Искренне восхищаюсь вами, Сергей Кондратьевич. За полгода поднять такую махину, в то время как я со своими американскими друзьями пытался работать с семьей, пытался работать с парламентом, вы зашли снизу, взяли массой, так сказать. Потрясающе. Крупнейшие финансисты. Крупнейшие. Они очень заинтересовались. Мне лестно. Я уполномочен поговорить с вами о сделке по МММ. Цена вопроса. 50 миллиардов долларов. Вы передайте своим друзьям, что я отказываюсь от их лестного предложения. Сергей Кондратьевич, 50 миллиардов долларов. Вы подумайте, не спешите. Я очень быстро думаю. Это ваш окончательный ответ? Илья Викторович, я Россией не торгую. Ну тогда так. Давай, смотри. Я кидаю своих америкосов, и мы начинаем править. Вдвоем, вместе. Ты и я. Ну и нахрен ты мне нужен?